7 ноября – день, который изменил мир. Именно эта тема объединила всех участников открытого диалога, состоявшегося в круглом зале Брестского горосполкома. И не случайно. В этом году наша страна отмечает значимую дату – 105 лет со дня начала Октябрьской революции, отголоски которой по-прежнему находят свое отражение в современном обществе. Впервые в мире эта революция дала нашему народу 8-часовой рабочий день. Она дала право бесплатно учиться и ликвидировала неграмотность в нашей стране. Она позволила каждому иметь работу. И стабильную работу, которую никто не мог у человека забрать без согласования с профсоюзом, с партией. Это была власть, которая давала человеку бесплатное жилье. Бесплатное медицинское обслуживание. И мы хотели напомнить, что да, 105 лет такое было событие. И немножечко им напомнить, а что все-таки это было, как это было, то есть возобновить такие данные в их памяти. Мероприятие получило название «Диалог поколений», потому что участие в нем приняли представители разных возрастов и профессий, неравнодушные к истории своей страны. Вопросы, которые обсуждались на диалоговой площадке, касались исторических последствий Октябрьской революции и ее роли в формировании нового общества, а также возможностям, которые она открыла социуму. Чем дальше какие-то исторические события, тем менее они кажутся нам актуальными. Но все же такие события, которые повлияли не только на нашу отечественную историю, но и на мировую историю, как Октябрьская революция, они, наверное, важны для изучения, для понимания, для того, чтобы вынести из них какие-то важные уроки для сегодняшнего дня. Поэтому, наверное, такие мероприятия, которые мы проводим сегодня, это очень актуально и для молодежи. Это великий день. Это рождение нового мира. Это рождение новой власти. Власти демократии для всего народа. Это день, который освободил человечество, именно советского государства и бывших советских республик, от всякого угнетения, эксплуатации и насилия. И вскрыл окончательно, всесторонне, все язвы капиталистического мира. Все международные организации, которые сейчас существуют в защиту женщин, в защиту детей, в защиту трудового народа, это достижение мирового рабочего класса, который был поднят Октябрьской революцией. События Октябрьской революции весьма неоднозначны и имеют разные трактования. Однако их значительный вклад в формирование суверенного государства и влияние на ход всей мировой истории неоспоримы. Сохранить память об этом – важнейшая задача. Ведь без прошлого нет будущего, и каждое поколение должно принимать это с уважением.